Вы упомянули именно тех, кто сопутствовал вашему движению в композиторском направлении. И спустя много лет вы вернулись к этому. Вот мне хотелось бы узнать, как произошел этот поворот, что он привнес в вашу жизнь и какое продолжение последует. Вот когда в 1987 году я уходил из консерватории, то я был совершенно уверен в том, что музыкальная страница моей биографии перевернута раз и навсегда. И в течение последующих 20 лет я практически не прикасался к музыке. Я, конечно, иногда слушал классическую музыку, иногда бывал на концертах, но активной музыкальной жизни я не вел. И не думал, что когда-то к этому вернусь. Но вот в какой-то момент, а именно на 40-м году жизни, случилось так, что я присутствовал вместе с нынешним святейшим патриархом Кириллом, тогда он был митрополитом и занимал ту должность, которую я сейчас занимаю. Вот я вместе с ним присутствовал на концерте хоровой музыки. И там было исполнено мое произведение 20-летней давности. И что-то в моей душе это произведение всколыхнуло. То есть я вдруг почувствовал какую-то способность и желание что-то еще написать.